Здравствуйте, в эфире программа «Секундомер». Начало мая всегда насыщено праздниками, и эти дни берчане проводят активно. В городе прошли спортивные мероприятия, приуроченные к 1 мая и Дню Победы. О самых ярких событиях расскажем в этом выпуске. Общегородская зарядка в день весны и труда в Бердске уже стала традицией. В этом году ее назвали семейной. Главные на площади Горького – воспитанники детского сада «Журавушка». Они проводят гимнастику. Пришли поддержать юных инструкторов мамы и папы. У меня там дочь, 8-я группа и 4-я. Они будут показывать зарядку для города. Это гордость. Гордость и волнение, потому что первый раз дети выступают на массовом мероприятии. Это не передать сейчас словами. У нас такая зарядка, она бодрящая. Недаром говорят, что зарядка, она действительно дает заряд на целый день. Все мы прекрасно знаем, что зарядка, она укрепляет и физическую форму, а также здоровье, настроение. Зарядиться бодростью и хорошим настроением пришли берчане разных возрастов. Самому старшему участнику зарядки 88 лет. Секрет долголетия прост. Простая активность и только любовь к ходьбе, к общению с людьми. С природой. А мы постоянно находимся на лоне природы. Поэтому все это помогает. Ну, конечно, болячки есть, но иногда просто приходится на них не обращать внимания. Праздник отмечаем по-спортивному. И сегодня провели общегородскую, мы ее назвали «Семейная зарядка». Народ получил кучу позитивных эмоций. Здоровый образ жизни может быть увлекательным и доступным. Достаточно несложных упражнений под музыку, которые заряжают бодростью и хорошим настроением на весь день, уверены участники акции. Примечательно, что с каждым годом все больше берчан присоединяется к зарядке. В этот раз участие приняли более 200 горожан. В 62-й раз состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная победе в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие школьники, студенты и рабочая молодежь. Напутственные слова первых лиц города, небольшая зарядка и старт дан. Старт! Внимание! Очень значимое спортивное мероприятие, оно стало уже традиционным. И в 10-й раз уже в таком формате проходит на площади Горького. Спортсмены своими спортивными победами приобщаются к нашей общей великой победе и выражают свою солидарность с нашим народом. Младшие школьники бегут 60 метров, а старшие школьники 120, СУЗы 120 и трудовые коллективы тоже 120. Школьники участвуют, у них по 16 человек, это встречная эстафета, 8 мальчиков и 8 девочек. А трудовые коллективы и СУЗы, там 10 человек, 5 мальчиков, 5 девочек. Для эстафеты отбирали лучших. Участники упорно готовились к забегам. Отбирали по физическим показателям, скоростным, как бы качествам. Тренировались в спортивном зале, получается, на короткой дистанции. Выходили очень редко на улицу, потому что у нас погодные условия препятствовали как бы этому проведению. Было очень круто, все очень понравилось. Единственное, в конце у нас девочка запнулась. Мне все понравилось, но да, девочка запнулась и очень обидно. Да. В младшей группе победу одержала школа номер 1, в средней – школа номер 8, в старшей – лицей номер 6. Среди СУЗов лучшими стали студенты Бердского политехнического колледжа, среди трудовых коллективов – лыжная база «Метелица». Победители получили подарки от партнеров. В Бердске провели областной турнир по спортивной борьбе на призы мастеров ковра, посвященный Дню Победы. Борцы вольного и греко-римского стилей встретились на одном ковре. Подобный формат соревнований применяют лишь среди ветеранов спорта. Для юношей и молодежи такая практика в новинку. Два стиля борются между собой путем подбрасывания фишки по каждому периоду. То есть такой, скажем, формат нестандартный еще не проводят, ну, так скажем, в нашем регионе точно, по юношам. Турнир зародился пару лет назад по инициативе бердских ветеранов спорта, фанатов спортивной борьбы. Мы с Валерием Голубковым и с Владимиром Сергеевичем Жолобовым, я занимаюсь разным видом борьбы, я греко-римский, они вольники. Но мне всегда было вот интересно побороться по вольной борьбе. Она меня тянет до сих пор, и когда я прихожу даже в этот зал, когда нет у меня своих
спарринг-партнеров. Я могу спокойно прийти к школьникам и с ними провести полноценную тренировку. Здесь спортсмены борются не на результат, впрочем, победить хотят все участники. Фишка подброшена, с ее помощью решается, в каком стиле будут бороться соперники. Каждый хочет, чтобы выпал привычный ему стиль. Волнение, и хочется, чтобы выпало все-таки вольное. Все для меня. Это очень полезно. Когда выступаешь да, в своей дисциплине, тебе надо быстро закончить первый период. Потому что это твоя дисциплина. Ну, может быть, обратная медаль, да? Не твоя дисциплина, надо удержать преимущество, чтобы в своей дисциплине добороться. Это очень полезно для спортсмена, переключить голову и то есть, ну, научиться бороться. Искитимец Илья Стукалин так быстро поборол своего соперника, едва зрители успели начать наблюдать за схваткой и болеть за спортсменов. Проще, конечно, греко-римской, потому что я занимаюсь греко-римской. По вольной, ну, мне не очень честно нравится, потому что ноги, подтяжки, все усложняется. А по греко-римской взял, бросил, положил, вот еще и все. Турнир стал для участников настоящим праздником спорта. Воспитанники Бердской спортивной школы «Олимп» завоевали 17 медалей разного достоинства. А у самого турнира хорошие перспективы. Соревнованиями уже заинтересовались спортсмены из других регионов страны, поэтому они серьезно рискуют стать всероссийскими и, возможно, даже международными. Два берчанина Егор Михайлов и Давид Ивановский стали победителями первенства Сибирского федерального округа по боксу. Оба спортсмена выиграли свои бои единогласным решением судей. Спортсмены завоевали путевку на чемпионат России. Тренировки стали в два раза жестче и упорнее. Начали подготовку сразу, как отобрались с области на Сибирский федеральный. Ну, результат показал то, что подготовка была хорошей. Готовимся плотно, ездим на совместные тренировки, тренируемся в зале у себя. Работа в парах, на мешках, силовая где-то работа. К соревнованиям мы готовились на протяжении 5 месяцев по 2 раза в день. Была как физическая подготовка, так и тактико-тактическая. Школу бокса делали. Сейчас больше делаем школу бокса. Тактические моменты делаем, работаем с тренером. Тренеры подсказывали, а над ошибками работаем. По словам тренера Евгения Рользина, ребята пришли на свои первые занятия, как обычные парни, ничем не выделялись. В процессе тренировок начали показывать характер, по-своему запоминаться. Настойчивость и упорство дало свои плоды. Были победы и поражения, но каждый шел к своей цели. Теперь у ребят цель двигаться дальше. Но бои были у всех тяжелые. Что у Егора, что у Давида. Проходных боев нет. Потому что, ну, как бы можно с виду посмотреть, вроде мальчишка слабый, а по факту он тоже выходит и показывает характер. У него тоже есть свой тренер, который его толкает вперед, направляет, подсказывает. А у нас мы стараемся также пытаться победить. То есть это конкуренция, это хорошо. Когда есть конкуренция, на первое место выходят те качества, которые заложены внутри. Может быть, кому-то характера не хватает, кому-то просто силы воли, скорости. То есть, а если в совокупности все это есть, и результат, дай бог, получается на первое место.